Научно-производственное объединение «Норд» проводит натурное испытание действия огнезащитного состава «Перелакс» в условиях пожара. Представлены три одинаковых домика-макета из древесины. Домик справа обработан огнезащитным составом «Перелакс». Домик слева – обычным солевым составом. В центре домик не обработан ничем. Источник огня установлен в центральном домике в виде металлической плошки с 20 граммами бензина, что соответствует примерно 40 литрам бензина, разлитым в обычном деревянном доме с размерами 6 на 6 квадратных метров. После испытаний домик, обработанный солевым составом, полностью сгорел. У домика справа, обработанного составом «Перелакс», произошло коксование поверхности. Дом подлежит восстановлению. При реальном пожаре в деревянном доме, обработанном составом «Перелакс», могут быть сохранены жизнь и имущество людей.